Jestem teraz w miejscu, w którym kumulują się elementy związane z Dostojewskim. Za mną jest stacja metra Dostojewskaja, obok gościnica Dostojewskaja, czyli hotel Dostojewskiego i pomnik poświęcony Dostojewskiemu. W tym parku Dostojewski umieścił słynną scenę ze Zbrodni i Kary, kiedy to Raskolnikow zastanawia się, czy ma zabić lichwiarkę. Nie bez kozery Petersburg porównywany jest do Wenecji. Jest tu bardzo dużo mostów, często zresztą opisywane były przez największych literatów rosyjskich, w tym oczywiście Dostojewskiego, ale także Lermontowa czy Puszkina. Stoję przed budynkiem, w którym mieszkał Fiodor Dostojewski w latach 1846-1878. W tym domu napisał wielką powieść Bracia Karamazow, a teraz mieści się tu Muzeum Dostojewskiego. Вы видели, что вас ожидает культурная программа. Вы сможете увидеть вот этот спектакль театра ассоциации группы театрально-медийных начинаний, так как он называется, «Дважды два четыре» или «Обо всем прекрасном и высоком». Завтра вы увидите... Znowu popełniłem świństwo. A zresztą, o czym porządny człowiek może mówić z największym zadowoleniem? Odpowiedź? O! O! O sobie. No więc będę mówił o sobie. Ogarnąłem błędnym spojrzeniem. Проблемы терроризма, проблемы индивидуализма.
и проблемы вообще сильной личности, проблемы личности вообще, подпольное сознание. Это то, что сейчас как бы точно так же мы чувствуем, как это было и в 19 веке. Для меня очевидно, как для православного человека, что творчество Достоевского – это путь к пониманию мироздания, к пониманию Творца, как угодно. У Достоевского есть такие высказывания там о поляках, о Польше, о турках или какие-то иные высказывания. Несмотря на все это, Достоевского любят и в Польше, и в Турции, и везде в мире. Как бы я спрашивала об этом у замечательного польского режиссера Анджея Вайды и спросила его, как он относится вот к этому сложному пласту публицистики Достоевского, его взглядов. Он улыбнулся и сказал, ну это же Достоевский. А для всего общества современного, мне сложно судить, что значит Достоевский в современном обществе. Какие-то моменты, безусловно, актуальны остаются. Потому что все мы ищем смысл жизни, некий, и Достоевский в своих романах, он напрямую об этом говорит. Но, с другой стороны, по моим личным ощущениям, все-таки, или мне бы хотелось, чтобы время Достоевского прошло. Достоевский актуален и для молодежи, и для меня конкретно, как для личности, потому что он ставит вековечные вопросы и ставит их настолько резко и настолько глубоко. Вот именно через Достоевского я постигаю жизнь в ее глубине. И Достоевский оказывает очень сильное влияние на формирование моего мировоззрения. Никто, как Достоевский, не показал, как, собственно, зарождается у человека природа терроризма. Как из нормального человека возникает терроризм? Как складывается мировоззрение террориста, что он в весах и сделал. То, что будет происходить с человечеством, с его культурой в 20 веке, а сейчас мы видим и 21-го, Достоевского все это видно. Ну, то, что касается молодежи сейчас, я знаю это как бы по своему сыну, которому 22 года, молодежь вообще сейчас читает мало, поэтому она не читает не только Достоевского, она не читает практически ничего. Они получают информацию из интернета, читают краткие изложения по содержанию, поэтому проблема не в том, что не читают Достоевского, а проблема в том, что вернуть молодежь вообще к чтению. Z okien swojej pracowni, to są te trzy okna narożne i balkon, często Dostojewski obserwował życie ulicy, życie normalnych ludzi, tych naprzeciwko, którzy mieszkali w kamienicach, ale także kopuły cerkwi obserwował i rynek. Sobor Władimirskiej Ikony Matki Bożej to właśnie ten sobór, ta cerkiew była widoczna z okien Dostojewskiego. Этап нашей вандровки следами Достоевского по Петербургу.
Jesteśmy na cmentarzu, gdzie ten wielki pisarz został pochowany. Przed chwilą była panichida, czyli uroczysta msza żałobna za duszę Dostojewskiego. I niewolnomu! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!